В Артеме сотрудники ДПС спасли мужчину из задымленного помещения. Ночью, находясь на маршруте патрулирования, старший лейтенант полиции Константин Голубь и лейтенант полиции Роман Хисматуллин получили информацию о том, что в доме на улице Интернациональной гражданин просит помощи. Полицейский наряд прибыл на место происшествия. Инспекторы заметили клубы дыма из окна административного здания, на котором была установлена металлическая решетка, а также услышали крики о помощи. Мгновенно оценив ситуацию, полицейские ограничили подъезд к зданию, вызвали на место происшествия экстренные службы и поспешили на помощь. Здесь на маршруте патрулирования от дежурного МВД по городу Артему поступило сообщение о том, что по улице Интернациональной произошел пожар. Прибыв на место, мы увидели двухэтажное здание, из которого доносятся крики о помощи и идет столб большого черного дыма. Гражданин сам выбраться из здания не мог, так как на здании были обрешоченные металлические решетки на окнах. Приняв решение незамедлительно устранить эти решетки, подручными средствами мы выломали эти решетки, достали гражданина и оказали первую помощь, после чего гражданин был передан скорой медицинской помощи.